Однажды. 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 У Наруто однажды. У Наруто была. У Наруто однажды. Была мечта. У Наруто однажды. Однажды у Наруто была мечта определенная. А у Саски мечты не было. Цель была. И вот взял Саски и поскакал за своей целью из деревни. Скотч, скотч. Вот так вот просто взял и поскакал. Просто скотч, скотч, поскакал. Взял и поскакал. Непонятно главное, что взял, у кого. Просто взял и поскакал. Просто. Скотч, скотч, скачет Саски. А Сакура сидит и плачет. А потом вторая часть началась. Присаживайтесь, товарищи канаханцы. Я кому сказал сидеть? Собаченьку мою не видели? Эх. Итак, товарищи канаханцы, верните же наконец канухи товарища Саски. Совсем забегался молодой человек. Его особые приметы. Морда у него такая высокомерная и грудь вечно распашку по пендрёжных чётах. И пояс такой, ну колбаса колбасой, и он ещё смеет хамить то, как я одеваюсь. Да чего он отродясь зеркал не было, чтоб он на них глянул. А на левом плече у него наколка, ВДВ, а в глазах шаринганы горят. Товарищ Сай, я вижу, вы уже дорисовали. А ну-ка, давайте-ка посмотрим, чего это вы там понавытворяли. Сай, твою ты бою налево, у меня не такой. Стойте, но ведь третьего Хокаге убили, еще в 70 какой-то серии. Наруто? Наруто, ты еще не Хокаге, сними сейчас же. Итак, товарищи Акацки, в этом квартале нам удалось увеличить улов в остаток на 30%. Ура! В этом квартале нами были пойманы двуххвостая кошка, треххвостая черепашка и однохвостая песчаная собаченька. И не пойман третьехвостый лис. Что? Я же послал за ним уже столько народа. А почему вы думаете, на сособрании сегодня так мало? Спокойно, у нас есть оперативная запись с места событий. Как мы потеряли наших парней? С идиотами. Однако у нас есть план, как выманить Ретихвостова. Он остался предпоследним выжившим в знаменитом клане Учиха, предал свою деревню ради старого и чуть не убил лучшего друга Пухаски старшего брата. Встречайте, Учиха Сасуке! Ути, моя махонька! У меня все под контролем. Нашел! Сила. Я чую силу. Мне нужна сила.
свинья. Сейчас мы будем тебя убивать. Но ведь он лис, а не свинья. Все равно мы будем тебя немножечко убивать. Так вы что, ребят, пришли меня похищать, что ли, снова? Да. Стоять, минуточку. Свободу, хвастаты! Что вы устроили, товарищи? Где
ошибся. А, ну да. А чего это я? Сюкаку, собачника, кис-кис-кис. Ну, приятно было увидеться, до скорого. А ну стоять! Вы в конце концов кто? Или самые-самые в этом аниме? Вы же проклятые, вообще всячески нехорошие, злобные. Точно! Мы же самые крутые злодеи в этом аниме! А прячутся уже готовы к сцену, как не знаю кто! Да, точно! Сейчас мы его тут наваляем! Ну и зараза же ты, Саске! Ну, я Акацию убил, всех фашистов победил, а теперь пойду-ка я отсюда, пожалуй. А ну стоять! Стой, Саске! Ты наконец-то вернулся, и теперь мы навечно будем вместе! Ты никогда меня не бросишь, и мы будем всегда с тобой! А, помогите! Он похитил Наруто. Сволочь! Который? Оба! А ну стоять, предатели! Не прости ему, Чеку! Нетушки, не прости! А потом Акацуки вновь похитил Сакуру, но ее отбил Наруто. А потом Сакуру похитил Сай, но ее отбили Акацуки. А потом Гара, в свою очередь, похитил Акацуки, заставил убираться со своей собачкой. А потом Сай похитился с опять деревню, и ему отбили почку. Так продолжалось еще много-много серий, начинали к панели. Но это уже совсем другая история. А ну всем тихо! А если вы думаете, что мы уже закончили, то вы ошибаетесь! Потому что для нашей команды, несмотря на филлеры Наруто, жило, живо и будет жить. Все, конец. Да!